Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины и описание этих картин по книге «Великий музей мира». Рембрандт Харменс ван Рейм «Еврейская невеста». Около 1669 года, холст масла 121/166. Название этой картины было дано амстердамским коллекционерам, который считал, что на ней изображена сцена, предшествовавшая еврейской свадьбе. Отец надевает дочери на шею ожерелье. Но позднее от этой версии отказались. Здесь представлены влюбленные, что видно по затаенной чувственности, которая сквозит в их жестах, в том, как мужчина касается плеча и груди женщины, как она дотрагивается кончиками пальцев до его руки. При этом оба они погружены в светлую задумчивость. И диалог, как часто бывает у Рембрандта, ведется при помощи рук. Скорее всего, это библейские персонажи, например, Исаак и Ревека, или Яков и Рахиль, в образе которых художник запечатлел конкретных людей. Он водил дружбу с амстердамскими евреями и нередко черпал вдохновение в книгах Ветхого Завета, внося в эти сцены пряную красоту Востока, наряжая персонажей в соответствующее одеяние. В данном случае одежда европейская, хотя для времени художника и старомодная, скорее всего, выбранная им из тех, что он покупал в лавках амстердамских антикваров. Они так таинственно переливаются всеми оттенками золотого и красного, что напоминает о древних землях. Изобразив фигуры, словно выступающему из тьмы, живописец придал картине еще больше загадочности. Но едва ли не самое удивительное в этом полотне – это живопись мастера, то, как он творит краски. На примере данной работы видно, насколько были безграничны возможности Рембрандта. Лица написаны тонкими и жидкими мазками, дающими гладкую поверхность, а наряды и украшения – красочными точками, ломанными линиями, кляксами, при помощи которых художник передал ощущение самых разных фактур – тяжесть парчи, воздушность кисеи, теплый блеск золота и глубокое мерцание драгоценных камней. Если присмотреться к ожерелью женщины, можно даже услышать глуховатый, скрежущий звук, с которым трутся друг от друга жемчужины. В некоторых местах вдруг всплывают маленькие световые вихри, и кажется, что в них загущена энергия всего полотна. Вот такое описание к работе «Еврейская невеста», автор Рембрандт Харменс ван Рейм, около 1669 года, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.